Быть вдвое больше. Так быть или не быть? Отчал вопрос. Маэстро, вот уже и я, ваше высочество, я собрался. Куда ты собрался, Максимилиан? Вилли, Максимилиан с тобой, дружище. Маэстро, ты куда скажете? В тюрьму, на гастроли, за границу. Да с вами, поверьте мне, хоть до луну. Мы отправляемся в Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Но не худший вариант, там понимаем по-английски. Вы едете в Нью-Йорк? Ромео и Джульетта. И вторая женщина. Нет повести печальнее на свете. Максимилиан. Да, мистер Кинг. Я тебя могу кое о чем попросить. Все, что угодно, мистер Кинг. Я хочу перепоручить моим заботам эту юную особу. Мистер Кинг? У вас очень выразительные глаза. И в этом и секрет вашего будущего успеха. Да, и мне кажется, что этот веер... Прекрасно, ваше высочество. Венценосный разбойник. Ну что, просто ли? Не успеет уже. Второй часа. Максимилиан, вы не против? Нет, мистер Кинг. С огромным удовольствием. Я еду с вами! Анна, вы не считаете, что мы с Максимилианом чем-то похожи? Да, мистер Кинг. Я и сама его заметила. Будьте счастливы. Нет, ну нормально. А что будете делать вы, Ким? По-моему, вот это вот все чертовски глупо. 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 Понятно, интересно. Актерство из того же ряда свойств, что и глупость. Только это привлекательная глупость. Она позволяет окружающим почувствовать.